Событие, которое разделило историю России на до и после. 7 ноября Великая Октябрьская социалистическая революция отмечает свой вековой юбилей. Вот уже много лет это не красный день календаря, но одно неизменно – встречают его с красными флагами у памятника вождю. В Иванове на площади Ленина собрались десятки демонстрантов. Очень много, большое представительство области. Приехали городские партийные организации и районные. Очень много жителей города Иванова, несмотря на рабочий день. Это не может не радовать. И, наверное, все-таки это показатель для власти, что 7 ноября все-таки более для граждан праздник, чем 4 число. Некоторые здесь не только по зову сердца. Рассказывают, с коммунистической партией связала сама судьба. Я родился вместе с Владимиром Ильичем Лениным в 1936 году. 22 апреля. Сам Бог мне велел быть коммунистом. И я красный с пеленок. Ну а сегодня я хочу поздравить всех с великим праздником октября. С великой коммунистической социалистической революцией. Обойти вниманием Александра Кузнецова в толпе невозможно. На нем шинель образца 1941 года. В таких наши деды и прадеды уходили на фронт. За родину, за Сталина. Нынешнему владельцу шинель досталась случайно. Она валялась в брошенном музее, в разрушенной школе. На полу, в грязи. Я ее нашел. Прожарил на солнце, сдал в химчистку и привел в божеский вид. Флаги, знамена, транспаранты. Мало кто остался с пустыми руками. Ну и, конечно, портреты вождей Ленина и Сталина. Они, как бы это ни звучало, и сегодня живее всех живых в памяти потомков. Мы за Ленина, за Сталина, за Брежнева, чтобы жить по-прежнему, чтобы бриллианты в мальчики не ездили, чтобы по прожиточному минимуму не жили, по труду зарплата. Сравняли бы нас он с Коньковым зарплату бы, или с этим, как его, может, с Юрием Смирновым. У него доход-то 20 миллионов в год, да? Наскребли 20 миллионов, а у жены 140 миллионов в год. Вот бы нам такие деньги. Колонна двинулась от площади Ленина по одноименному проспекту. Во главе – всадники в Буденовках. А дальше Красной рекой – участники шествия. С музыкой, песнями и хлесткими лозунгами. На ТВ продажных тьма! Плакала по ним тюрьма! Демонстранты прошествовали до площади Революции. Там был организован митинг-концерт. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.